Раз у нас пятая игра, значит, это уже традиция. Смотрим обращение реалити к своим соперникам перед началом этого матча. Ну что, нас ждет сейчас очередной матч против команды «Флава». Ничего не могу сказать вообще про эту команду, потому что это тупо тусовщики, которые думают, что не умеют играть в баскетбол. А может, и умеют на самом деле. Но как они умеют тусоваться, я это видел. Да, тусоваться у них, наверное, получается лучше, чем играть в баскет. Тем более, вчера их предводитель изрядно потусовался. Серый, прости, я не мог это не сказать. Ну, а на самом деле ждет тоже очень жаркая игра. Будут искры 100%. Ну, хочется просто показать класс, который был в прошлом сезоне, и снова показать, что реалити может обыграть абсолютно любую команду, как это мы сделали с прошлогодним чемпионом «Родиной медиа». И сегодня мы просто хотим разнести «Флаву», как это делают другие... как это делает «Флава» в своих клубах, только так мы сегодня разнесем «Флаву» на баскетбольной площадке. Точно так же удачи без травм, но она вам не поможет. И у нас новая команда. Дадим им слово. Посмотрим, кто от них его будет держать. Это команда «Флейва». Очень активно. Ну, бро, как сегодня игра? Что будем делать? Выиграть будем? Да, думаю, то, что да, надо выиграть. Но в реалити вообще жесткая команда. У них видел, сколько здоровых мужиков? Жестким, но будем выиграть, знаешь. Да, да. Нам поддерживает много людей, нам нужно показать, что мы умеем, да? Сегодня надо жестко играть. Сядь, будешь высоко прыгать? Блин, сверху посадишь и сказать? Я хочу три. Прямо... Треху? Да. Нет, три данка на реалити. Три данка? Да, я хочу три данка на реалити, потому что... На Подгозина? Я понимаю, что... До такого? 2.20? Есть в этом игре? Ну, мне кажется, да, будет. Тогда, блин, я не знаю. Но мы по-любому выиграем. See, now, today we are going to win this game. It's our first game, so I think we have to win this game. Да, у нас, мы очень жестко заряжены. Мы готовы разрывать. Yo, Flavor Gang in the building. It's Flavor. And your boy TK today is going to play and see when I move the grass. Да, chef cooking some shit. Like, get it. Let's go, bro. Кстати, эти двое знают прекрасно, что такое медиалига, потому что Илюха играл за «Родину медиа», а Тикей играл за «Карасей», поэтому сегодня это их главное преимущество, потому что медиа-баскетбол — это не совсем тот баскетбол, к которому все привыкли. И встречаем первую команду «Реалити» на паркете. Вторая игра сегодняшнего дня для них. В конкуренцию по скиллу. Фил замедлился вместе с музыкой. И давайте встречать их соперника. Команда «Флейва» первый раз на этой поляне. Шалваш Аташвили, если открыть энциклопедию и посмотреть на слово «баскетбольный опыт», то там будет его фотография. За сколько команды он играл в своей истории, я даже сосчитать не смогу за сутки. Это просто с ума сойти. Ну что, новички против старичков. Команды готовы, зрители готовы и трехминутная разминка. «Флейва» и «Реалити». Предпоследний матч сегодняшнего дня. Напомню, что «Рич Флекс» и «Бейзмент» будут завершать программу. Пока парни начинаются. Огромное спасибо сезона. Ну и «Флейва» — это дебютант среди «Сталк Медиа Баскет». Они, «Реалити» первый матч свой проиграли. Да, дорогие друзья, еще разочек всех приветствуем.
несмотря на то, что Флейва команда дебютант, у них в составе имеется очень много не дебютантов в плане баскетбола и в плане медиа-баскетбола. Часть из тех парней, которые будут выходить сейчас в составах команд, в частности в составе команды Флейва, участвовали в первом сезоне Лиги Ставок Медиабаскет. Это, конечно же, и Шел, и Тике, и другие. Поэтому нам будет зачем последить. Я уверен, вывеска потрясающая. Интерес у всех вызывает неподдельно. Поглядим, поглядим. Александр Матвеев тоже здесь. Илья Черников. И, безусловно, как раз еще в первом сезоне Лиги Ставок Медиабаскет мы могли бы наблюдать за Вячеславом Архиповым. И, соответственно, он здесь теперь появляется в составе Флейва. Да, это Архип играл за Карась Тим. Да, ну, собственно говоря, очень много всяких ярких, интересных персонажей в состав и реалити, и Флейвы. Тем нам, с вами, дорогие друзья, которые подключились к трансляции, напомним, что ВК потрясающе показывает все происходящее, поэтому залетайте в ВК и залетайте сюда, в Международный центр бокса. Ну, а если вы хотите стильно одеваться, то советуем Asia ST71. Известный российский бренд одежды, качественный и модный стритвер. Но я думаю, что есть один игрок, который готов стать новым открытием нового сезона Лиги Ставок Медиабаскет. И это один из главных звезд российского 3x3. Никита Подун, под номером 7, по-моему, в составе Флейва. Нет, я серьезно говорю. Он очень хотел принимать участие в первом сезоне, но я, возможно, раскрою сейчас небольшую тайну и так далее. Так Никита Подун является игроком команды Руна. У них в контрактах было прописано то, что они в турнирах, так сказать, помимо 3x3, вот в тот период, не могли принимать участие. Сейчас контрактные обязательства чуть изменились, и вот такая возможность Никита. Ой, не могу. Артем с своим потрясающим монологом все нам рассказал про Подуна, про его звездную составляющую. Я с Артемом в этом вопросе абсолютно спорить не собираюсь, потому что действительно мы знаем Никиту как очень талантливого парня, который может реализовать себя и здесь, в Медиабаскете. Ну и еще один игрок Руны 3x3, да, есть в составе Флейва, это Влад Евстафьев. Сегодня, правда, я так понимаю, что он на площадке не поедет. Все верно, Тикей, Подун и Пакман, Артем Тимофеев на корте у Флейва, Сизов, Вася 3XL и Лера Пономаренко здесь. Вот она, так что посмотрим на Леру в деле, она может. Мне нравится медийное противостояние Леры против Тикея. Где-то я видел такое видео. Дикей на Пакмана. Пас. Все-таки прошел, но скидка есть на Подуна. Никита не набирает свои первые очки здесь. Сизый на Леру По. И Лера По. Ой, как подняла Дикея. И это... Это фол на 3x3 бросках, даже Лера показывает. Ну, мало того, показывать арбитры не увидели, значит, ничего не было. Лайки Джи показывает и говорит, да не-не-не, вот так вот пальчиком мацает, говорит, да какой там фол. Ну, окей, ну окей, у каждого свое мнение. Тем не менее, Ян Дэниел из-за лицевой мяч выносит на СИЗО. Тот не стал двигать дальше. Ой, что ты не выразил? Да придумал тебя! Сумасшедший просто танк, невероятный взлет и 3-0 в пользу Флейвы в этом матче. Ну, Тикей! Что за полет сейчас был? Что-то в стиле Винс Картер или Майкла Джордана в лучшие времена. Прям чуть ли не со штрафной летел. Бам-бам, просто бам-бам от Тикея. Ты еще и перехват организовал, и Сизый не стал для него проблемой, и ошиблись. Там ошиблись как раз сезон при передаче, и в итоге получили сразу 3-0 уже в пользу Флейвы. Неудачный пас и новое владение для Флейвы. Показывал сейчас Фил всячески, что был дефлекшн, зацепили этот мяч, должна так остаться у реалити, но не тут-то был Подун. Новое нападение Флейвы, Подун с мячом, получает заслон вправо от Пакмана. Ассист делать не стал, а вот на нем правила нарушены. Артем отдельно радуется за Подуна, планирует ему, а мы получаем удовольствие от Никиты на линии штрафного броска. А это может быть Пулит, кстати говоря, сейчас против Сизова.
или против Янг Дэниела. Кто нарушил правила? Против Сизова, совершенно верно. И удвоит ли очки своей команды Никита Бадун. Берет разгон. Первый перевод. И пошел вправо. Считайте. Два очка, соответственно, 4 для Флейва. И это 7-0. Бадун в деле. Но есть челлендж, который команда Реалити берет. Виталий Новиков, послушаем его экспертизу. Одна возможность для челленджа каждой команды в игре есть, но канал время на атаку и так называемое насилие. Но пока все происходит с молодежью. 100%. Очень быстро прошел этот челлендж. Виталий Новиков показал, что 2 очка засчитаны в верхней точке. Уже пытались снять эту атаку Никиты Бадуна. Соответственно, получается 4, да, принес Никита сейчас? Верно, эти 4 уже зачтены команде Флейва. 7-0. И посмотрим, как Реалити будут отыгрываться. Ян Дэниел, Сиза здесь в разбитии прессинга. Ян Дэниел держит ТК. И нет, не уважает его дальний бросок. Тем не менее, оно полимажет сразу перехват. И потом сверху через человек хотел. Это очень нагло. Но дебютант Лиги Ставок Медиабаскета, почему бы и нет. Ян Дэниел, хорошее действие в защите. Успел он вытянуть Кей, не дал тому снова простейшую атаку. Его скорее это был бы дан совершать. Соответственно, спас Реалити от еще 3 пропущенных очков. 7-0. Прошу прощения. Почти 2 минуты в этом матче позади. Потом таким действительно генералом на корте выступает. Спорт генерал, так называют. Розыгрывающих Бадун издали. Не попадает на подборе. И Трещинский, и Ян Дэниел. Он не будет стесняться бросать, даже если один, и даже если несколько раз до этого спорнул мимо. Но как будто бы ему, может быть, не стоит сделать паузу. Пакман зачем-то бросает мэтшот, хотя мэтшот догорел. Просто такой метнул, и все удивились вокруг. Все такие посмотрели, а что произошло? Объясняет, подумал, что должен быть зажжет мэтшот, и должен бросать 4. Забыли парню сказать перед началом. Ну что ж, бывает, ничего страшного. Ядрищинский, быстрая атака Реальти. Ядрищинский первые очки приносит своей команде. Матвеев появился у Флейвы. Матвеев, Бадун и ТК. Бадун. Какую непростую передачу придумал. Вот там ошибся при переводе со спиной. Ян Дэниел, Ядрищинский. В проходе скидка на Вася 3XL. Вася в падении. Да пытается спасти мяч для своей команды. Но тут уже ему никуда не дотянуться. Бадун дождался всех. Говорит, да, ТК, попробуй ты. ТК постеснялся, но в итоге выстрелил и не забил. А вот теперь мэтшот зажигается, и посмотрим, кто будет первым исполнившим бросок с этой точки. Бадун на перехвате или нет, все-таки Ядрищинский, открытая трешка, мяч не в корзине. Да, продолжают Реальти пристреливаться с дальней дистанции. Кольцо Матвеев теперь с своей позиции тоже не точно, но ТК превосходящим габарит Ян Дэниела забрал подбор, правда, забить не удалось. Нет нарушения правил. Александр Фомин, тренер Реалити, конечно, огромное подспорье тренера. По-моему, такого человека у Флейвы нет. У них там играющих тренеров полно. У них есть Шалвашиташвили, дорогой. Конечно. А это и тренер, и игрок, и все на свете. Потом бануть дальней. Передача вперед на Ярослава Гуриева. Нападение Реалити завершается 2 из-под кольца. Бадун, но в нападении Флейва. Бадун оставили его на дуге, но он заигрывает Матвеева. Внутрь тоже вернул на ТК, наверх. ТК, классный разворот. И вынудил себя в корпус соперника подпихивать. Так, как волчок, который укусит за бочок. Ян Дэниел действовал в этой защите и прикусил слегка. Соперник ТК будет на линии бросать 2. Или болит, хочет ТК. Можешь себе позволить, в принципе, почему нет? И, я так понимаю, удовлетворили просьбу. И Ян Дэниел с улыбкой и воодушевлением воспринимает этот вызов.
Окей, Тикей братья видела, что придумает на сей раз в нападении Флейва. Тикей пошел продавливать, но Янгвейл. И фол Янгвейл получает. И 4 очка считай. Для Флейва 4-11. Таким счет становится. Ну, как будто бы вот в этом эпизоде хотелось, чтобы Максим Радзинский попридержал свисток, как будто можно было еще дать поиграть. Но на то он и судья, я, собственно, сижу здесь, комментирую. Еще и предупреждение досталось Реалити. Новая атака команды в желтом. Ядрищинский пошел в свое нападение вправо. Скидка на дугу не самая хорошая, но вернули. Таки ему мяч сдали. Близко, но не туда. И мяч уходит от Тикея. Да, процент реализации пока не такой высокий, но мы все еще говорим про кольца, которым участникам не удается приспособиться. Ядрищинский, Матвеев его плотно достаточно опекает. Шалашташвили появился и поменялся в защите, и Матвеев пол. Это только второе для Флейва. Да, совершенно справедливый, хороший пол. Из-под кольца немножко решил подвыдавить соперника. Второе всего лишь замечание. Янг Дэниел заигрывает Ядрищинского на дуге. Тот ждет, пока ему выставят этот заслон. Выставить-то выставили. Янг Дэниел наверху. 4 секунды на бросок. Остается у Реалити. Неожиданно. Хорош Янг Дэниел. Нет, разобрался с Тикеем. Все-таки у него тоже достаточно опций в нападении, чтобы быть полезным и эффективным даже против таких непростых соперников. Шелл. Поменялся против него Ядрищинский. Да, ты видел, насколько он поверил в свой бросок и партнера, что даже никто на подбор не пошел. Ну, такие самонадеянные парни из Флейвы. А вот у Реалити наконец-то что-то начало попадаться. Я бы сказал, не только сейчас, но вот и да, Ян Дэниел, Гуреев, 11-9. И Матвеев отвечает своим попаданием из далека. Тут же ответила Флейва, говорит, мы тоже не лыком шиты. Ядрищинский против Шелла один в один влево. Ушел просто как электричка сейчас Ядрищинский под кольцо. Причем электричка скоростная принес 2 реалий. Спасибо, Иван, за то, что доложили то, как вы добрались до Москвы. Ну, а это Шалваш Аташвили, и он на линии страшного броска. То есть, по-твоему, я на плечах у Ядрищинского, да, добегал? Боюсь, он тебя не унесет. Ой, ну ладно, пару метров так точно, если я буду почаще хвалить. Ладно, тем временем Шелл встает на линию штрафного. 2 броска, посмотрим от Шташвили. Первый в кассе. 11-15, результативная встреча. Ну, экватор игрового уже прошли. Остается и Шалва Атульду. Здесь забил. Янг Дэниел на дистанции от Тикея. На быстрых ногах ушел, забить не получилось, но все классно придумал Янг Дэниел. И боролся еще до конца. Благодаря этому мяч останется у Реаль. От забора Матвеев забил, он уже после свистка арбитра, после сигнала об остановке. И Владикс. Это Александр Захаров, кстати говоря, появился. Серебряный призер чемпионата России 3-3. Вот номер 9. Ну а здесь фол получает Флейва в защите. И это третья команда. 4 фола у Реалити в данной секунде. Ой, Гуреева забыли. Пожалуйста, минус 2 Реалити. Да, потрясающая расточительность защиты Флейва. Совершенно одного оставили Гуреева. Там ни к тому ничего не оставалось, как просто расстрелять свободное кольцо. А Флейва продолжает пытаться бомбардировать с дальней дистанции. Не всегда удачно. Шива вернется вместо Янг Дэниела. С переменным успехом все равно действует. 15 и вынос. Да, как раз скамейк Флейва находится. Ну, заваливаться начал заблаговременно. Искал контакты, не нашел, но и шикарная защита Гуреева помогает Реалити держаться на плаву и не увеличить преимущество соперника. Передача на Тикея. Шелл.
Захар. Передача Фатасвили из-под кольца. Здорово. Это классно. Да, шикарное взаимодействие парней, которые так или иначе связаны. Баскетбол 3 на 3. Попытка отогревать из-под кольца. Не точно, но фол и прост-филд. Показывает, говорит, давайте на пули. Так, Шима против Тикея. Это интересно. И подумали, что халвы у Флейвы. Шима против Тикея. Тикея вообще не промах в защите, так что легко Шим точно не будет. Фил всячески заряжает своего игрока. Сейчас на этот булит. Прям дрожь земли ему передавал. Как Джакс. Да. Шима. Против Тикея до конца. Это такое нет права рассказать здесь. Нет. Поэтому право твоего. Ты слишком маленький, показывает Тикея своему сопернику. И Кахтар летит Александров и минут тренеру реалити. Ну, я так понимаю, что это уже за полтора. Перестал терпеть все происходящее Виталий Новиков. Предупреждение к тому же уже реалити за разговоры выписывали. Ну и вот, собственно, видимо, второе предупреждение настигло. По тому же самому поводу Владикс на линии мимо. Мажет, да, Александр Захаров. Но мяч все равно будет у Флейвы. Захаров, потом Тикей, Сизый, Гурец, Шима. Такие вот троечки. И играть 3-43. Тикей на ходу на сезон. Сошлись. Захаров. Хорошо. Шикарно. Нашел себе коридор. Александр ничего там не оставалось делать в защите, как просто пропускать соперника. Реальный сезон на дугу не смог отдать передачу. Захаров снова шикарен в защите, но вот сейчас обогнал сам себя. И мяч, и еще один техталь достается Реальный. Теперь Сизому. Ой-ой-ой. Это у кого? Если ты не успел прочитать. А, это у одного из игроков Флейвы, кстати говоря. Кайф. Потрясающая татуировка. Ну, а мы возвращаемся на поляну. Падун через Тикея. Да, Борис Габараев, собственно говоря, это именно он. Захар искал контакт, но уже никто не будет давать такие мягенькие вещи. В центре полян, да, Максим Радзецкий заметил нарушение и показывает, что два броска. Тикею фол, причем такой фол заблаговременный, но все равно он на линию соперника отправляет. Павел Сизов. И вот два броска. Хейтеры скажут, что фона не хватает реалити. Да. Услышал я сейчас краем уха диалог Виталия Новикова и тренера команды реалити Александра Фомина. Виталий посоветовал Александру не появляться больше на паркете. Говорит, у тебя уже есть технарь, давай-ка ты лучше не шути со мной, потому что когда-то у меня могут и нервы лопнуть. Все верно. Штрафные сизы машут. Тикей! До конца, но не забил. И в итоге Гуреев и Янг Дэниел разбросали, надо решать. Янг Дэниел, у него нет проблем с тем, чтобы взять на себя инициативу, но тут неудобный защитник Захаров, и приходится искать передачу, а там еще и Падун дежурит от передачи в угол. Да, по-прежнему отдыхает Ядрищинский и Василий Рыженко. Возможно, после этой паузы они появятся на паркете. Сюда, обратный пас, атака, 3 секунды всего, либо пас под лицо. Дальше, играет испанский Ян, все атаки здесь, Гура ставит, Дань, ты снизу. Пошел сюда, в спину, Гура падает, ты наверх, если что, пас, смело бей. И сюда, понятно, не защите, от Тикея, просто уйдите, встаньте здесь, за кучу. Давай, поехали. Ну что ж,
Возвращаемся мы на паркет. А в этой прекрасной паузе я вновь зарядился натуральной питьевой водой премиум-класса, созданной самой природой в предгорьях западного Тянь-Шаня. Вода обладает уникальным легким минеральным составом и подходит для ежедневного употребления, что я, собственно, только что и сделал. А здесь этот прекрасный текст про партнера нашего мероприятия Тасай. Ну что ж, Виталий Новиков ждет с мячом. Есть у нас небольшая пауза. Это значит, что я еще разочек с удовольствием скажу звезд. Времени. Ну что, мы продолжаем. Тайм-аут реалити завершен. И Васильевич, Дэниел Васильевич, он же Балкан, появился на корте. Вот он по 300 номером с Янг Дэниелом и Гуреевым. Бакман подунуйте кей у Флейвы. Бакман отвешивает бананину соперник. Кей, быстрое нападение. Изи мани для Флейвы. 21 очко. Балкан и Янг Дэниел начали атаку реалити. Балкан сам зашагивание. Дэниел. Ну, вот есть и, кстати, два Дэниэля Нофами и Дэниел Васильевич. Да, не знаю, с чем связаны эти проблемы в реализации. Для реалити, реализация реалити, да. Но вот прям как специально. Столько возможностей они сами себе создают. Но вот закончить финальной точки, финального броска не хватает. Янг Дэниел против Бакмана. Получил уже блокшот. Здесь бросает с дальней дистанции. Не точно. На подборе Флейва подон против... Никитушка! Это его вещи. Это шикарный евростеп Никит Подуна. Отправляет еще два в касс соперника. Минус 10 для Флейвы. Это для реалити только. Ну, да. Окей. Плюс 10 для Флейвы, минус 10 для реалити. Вы меня поняли. Тем не менее, конечно, ситуация для реалити довольно катастрофическая. Будет ли играть Володя XXL за Facebook, как в том году? Я хочу увидеть Володя XXL против Васи 3XL. Прям будет супер игра. Подон и Бакман! Шикарную передачу, как подарочную упаковку Никита отдал Бакману. Тот почему-то не реализовал. Широко. Вася XXL. И Янг Дэниел издали. Наконец-то попадает в минус 7. Наиграть полторы минуты. И Флейва, где падут со штрафа. Смело, но мимо. Да. А наш любимый с Артемом бросок флоутер сейчас совершал. Не только наш, но и коллеги Буйницкого. Янг Дэниел. Широко в передача. И Вася XXL под тройной опекой все-таки не разобрался. А потом просто включает скорость и переоценивает при всем при этом возможности Артема Тимофеева. Там мяч... Зато ты работал в защите, Вася. Несмотря на то, что уперлись там в него в нападении, и никто из партнеров даже помочь не пытался Василию Рыженко, он отвоевался еще одного. Это человек, который с этой стороны идет ставить заслон и разворачивается. Это будешь ты. Хорошо, оставь. Здесь идет на подбор. Может быть, да, не отскок выбирает. Да, сейчас поедете, либо да, хорошая трешка, еще что-то. Вот. Если забиваем, то в защите. Понятно, активно здесь играйте, без фола. Хорошо? Все, давай. Давайте, ребята. Ну и как раз про татуировку, да, перевод хотелось, который у нас у представителя команды Флейва Бориса Габараева была. Она переводится как «Вчера история, завтра загадка, сегодня подарок». Потрясающе. Много в этом смысла, действительно. Да. Шел Пакман и Тикей Акареджи Буллок на поляне у команды Флейва. Молочка снова дается Пакман. С мячом Вася XXL и набирает очки из-под кольца. Тикей и по! Вот теперь точно можно разбор, как его называть. В полете Тикей.
колоть сверху, дарит нам еще один хайлайтик. И Алексей Широков издали 4, нет. 18-26, 25 секунд, Шалва просто тянет время. Шел, да, так покачал, подергал соперника, дождался заслона от Пакмана с дальней, проверил Шел. Не забил, но, собственно, это ничего в глобальном смысле не изменит. Все, скорее, Шира. Йо, Мэджун. Мимо. Косы. Еще одна будет у него попытка? Шира. Нет, на Янг Дэниела. Янг Дэниел! Нет. И фол Пакмана против Васи XXL. Это два броска за 0,3 секунды более, чем оправданный фол, который ничем, прямо скажем, не угрожает для Флейва. Флейва бодро начинает. И сразу с первой игры позволяет считать себя одним из фаворитов сезона. У меня нет сомнений, хотя у нас 16 команд. Слушай, тут все это не ясно будет. Пока тут мы будем прощупывать. Да, пока все вкатываются. Вася XXL бросил эйрбол со штрафа. Первый забил, а второй эйрбол. Не знаю, может, силы его покинули после первого броска. Совсем не осталось. Он много проводил все это время на площадке. Может, XXL все-таки маловато, туговато, и поэтому мажет. Ладно. Так. Что там Максим Роценский говорит? Тайм-аут. Берут представители. Максим, чей тайм-аут? Берет Флейва. Совершенно верно. Флейва. Тайм-аут. Окей. И заходит внутрь. То есть мы вот таким образом меняемся. И в одно касание пытаемся. Надо накинуть на кольцо. На кольцо. Тайм-аут завершен, 0,3 секунды, и ну что, какая-нибудь домашняя заготовочка от команды Флейва ожидает ли нас? Тоже в чем вопрос. Ну, наверное, что-то ждет. Не просто ж так был этот тайм-аут. Подали уптики, нет? Пакман на Шалву! Успели! Успели или нет? Вот в чем вопрос. Нет! И нет, предварительное решение нет, но Виталий Новиков показывает, что пойдет просматривать. Но в любом случае это победа для Флейвы, достаточно убедительная, и они действительно очень-очень-очень хороши. Да, в хорошем, красивом стиле. Послушаем Виталий. Уже не остановит. Ну, по правилам... По правилам защиты. По идее, мы не можем не засчитать. Это тап-тап. Он с небольшой задержкой, но это же не обязательно волейбольное касание. Два очка засчитаны. Все-таки успел Салмашташвили забить, и 19-28 Флейва обыгрывает. Таким образом, Реалити, у Реалити 0-2 в первый день нового сезона Лиги Сталк Медиабаскет, а мы в ожидании противостояния Рич Флекс, нового коллектива в рамках медиабаскетбола и команды Basement, которая всем отлично знакома и которая всем еще готова показать свой максимально высокий уровень. У них есть усиление, у них есть в том числе новые люди, поэтому понаблюдаем. Да, но мы с удовольствием скажем, что эта встреча будет закрывать первый игровой день второго сезона Лиги Ставок Медиабаскет. Ну и наслаждаемся обзором как раз матча предыдущего, где Флейва одержала, ну, на самом деле, достаточно уверенную победу над Реалити. Ну и что, фона не хватает, все.
Шутим, конечно. Посмотрим. Посмотрим, как будет. Может, действительно принесет тоже что-то полезное своей команде. Есть плохая вероятность. В том числе этого. Ну и Александр Захаров, Никита Падун, ударно Артем Тимофеев ударно дебютировали в медийном баскетболе. Ну и дебютов в целом у нас сегодня очень много. Ну и что, продолжаем за этим смотреть.